Я Дашка Дмитрий, житель города Ридер. Лежал в больнице 4 дня. 26 ноября, вернувшись домой, увидел то, что дверь моего дома вскрыта, и из дома похищено имущество на сумму более 100 тысяч тенге. В связи с чем я обратился в отдел полиции города Ридер с заявлением. Буквально на следующий день сотрудники криминальной полиции позвонили мне и сообщили то, что человек, совершивший кражу, был задержан, но имущество было у него изъято и возвращено мне. В связи с чем я выражаю благодарность сотрудникам криминальной полиции.